Ваховская лыжня стала настоящей тропой здоровья для местных пенсионеров. Решив, что активное долголетие – это их тема, ветераны лыжного спорта каждый день преодолевают по 3, а то и 5 километров по лесу. Говорят, что такая активность гарантирует им бодрость духа и повышение жизненного тонуса. Участникам прогулок по 60, 70 и даже 80 лет. Среди них есть и те, кто когда-то занимался лыжным спортом всерьез, а есть и такие, кто только-только обзавелся новым увлечением. По негласному правилу к спортивной базе пенсионеры приходят в ритме скандинавской ходьбы. Здесь меняют инвентарь и в путь. Впрочем, в эти дни пенсионеры Ваховска бегают на лыжах не просто ради удовольствия. Многие из них готовятся совсем скоро выйти на лыжню России. Я с детства, я в первом классе ходила на лыжах и в соревнованиях участвовала. Вот, так что у меня постоянно любовь к лыжам. Мне уже 72 года, скоро 73 будет. Я не могу не ходить. Лыжи у меня дома. Мне еще прошлые годы я в соревнованиях участвовала. Разные были руководители, но вот я как домой взяла лыжи, так они у меня. Из дома. Я из дома хожу.